Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Ah,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Махарадж, Махарадж ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай. Дай Гаура Премананде. Там у нас по плану воскресной программы Бхагавад-гита, как она есть. Не как кто-то думает, а как она есть. Такое название Бхагавад-гиты. Очень много переводов Бхагавад-гиты. Может быть, в Казахстане, я не знаю, был ли когда-то перевод до Прабхупады. Была история такая? Нет? В России было еще в царские времена. Ну, с Лев Толстой, там другие вот. Такие просвещенные люди, как бы знали Бхагавад-гиту. Ну, не говоря о том, что в Индии много переводов, комментариев, в Англии, в Америке, очень известная книга. А в России она также была известна вот издавна и в советское время вот с понятием йоги. Махабхарата была переведена Кальяновым, какой-то востоковед, известный очень человек. Смирнов, Семенцов также делали так, академики, санскритологи, переводили эти тексты, пытались стихотворно как-то еще. То есть приковывало внимание постоянно восточная литература, умы западных людей, тайны, или философия, потому что считалось, что обычное религия — это западный мир в основном. Традиционный — это западный мир, наука традиционная, религия традиционная, культура традиционная, устройство общества, определенное направление выработано было западным миром. Но когда мы столкнулись с Востоком, близко, мы увидели, что огромное количество нетрадиционных знаний существует. Ну, так сказать, нетрадиционных, не изученных, не классифицированных в западном мире науки, неведомых как бы людям. И повальный просто интерес пошел к йоге, такой как бы от энтузиазма больше насходил, не от знаний, люди чувствовали, что есть что-то мистическое, потустороннее в жизни, какой-то смысл еще должен быть. Это свойственно было всем мыслящим людям того времени, предполагать разум Вселенной, ноосфера, жизнь после смерти, вот, отличие материи и духа, то есть люди мыслили, пытались как-то разобраться в этом. Теме. Я тоже как-то пытался в молодости домыслить. Это максимум, к чему я пришел, это то, что однажды я вышел из тела, вот, все, и вернулся обратно, как видите. Ну, это отдельный опыт. Ну, то есть вот эти мистические практики приводили к таким вот опытам небезопасным. Кто-то через наркотики пытался проникнуть в те сферы какие-то сознания. Как американцы 60-х годов, хиппи, вот это поколение, они были изначально ищущими людьми и использовали какие-то психоделические средства, литературу Востока, ездили в Индию специально, занимались медитацией, это было вот это новое, что-то новизна, медитация, йога, сверхспособности, возможности, когда человека прокалывают спицы насквозь и обратно, без крови, без потери, йога, вот такая вещь необычная. Тело его каменеет, каталитические мосты, в общем, все это людей стало привлекать. Ситхи, способности, сверхспособности людей. Ну и когда мы уже коснулись Махабхараты, издания перевода, это было, конечно, как удар среди ясного, удар грома среди ясного неба Махабхараты. Переводы академические оказались просто сверхнеобычными. За один месяц, представьте, весь тираж был выкуплен в Советском Союзе. Мгновенно практически. Это сейчас реликвии этой книги. У меня есть несколько таких томов с того времени сохранило. Я их до сих пор читаю. Переводы Кальянова. И там есть Бхагавад-гита. Ну, часть Махабхараты — это как бы такая частная беседа Кришны Арджуны на поле битвы Курукшетры перед самой битвой в критические моменты, потому что Арджуна, он разбит этой ситуацией, этой политикой. Он лучший воин мира, Арджуна, друг Кришны, еще пока не ясно, кто такой Кришна, кто такой Арджуна, но ситуация на поле битвы острая, нужно понять, что же такое Арджуна, там Кришна, кто такие вообще.
друзья обращаются. Вся цивилизация того времени знала их дружбу. Можете представить, какая была дружба? Сейчас тоже вся дружба, мало ли кто знает, кто с кем дружит, может быть, не так это важно. Но эта дружба ценилась мудрецами того времени, браманами и йогами мистиками. Они говорили, что эти две души неразрывны вечно. И знали даже их прошлое воплощение, Нара-Нарая, написанное в Пуранах. То есть они приходят только, когда есть какая-то особая миссия вдвоем приходит. И вместе это делают. Из них Кришна Бхагаван, Арджуна вечный спутник. И вот Арджуна попадает в сложную ситуацию, потому что он великий, как бы праведник воин, воин света, так сказать. Он владеет луком лучше всех, он не просто владеет луком, он владеет также мантрами и вызывает различные виды оружия. Махарадха такие воины называются, они могли сражаться с тысячами обычных воинов на одной колеснице. Это Арджуна один из таких воинов, который на Курукшетре было единицы. Махарад. И остальные были обычные воины, которые копья, мечи использовали, сражались, честно, вот так обычно. Но Махарадхи это были возничие, колесница, запас оружия на колеснице, они передвигались на колеснице, меняя стратегию и так далее, они выпускали стрелы с мантрами. Могли вызвать оружие огненное, водяное, могли психическое, усыпить армию врага, то есть там описывается, все Махабхарате описывается. Брахмастра, допустим, это вот оружие описывается, Брахмастра. Это прообраз ядерного оружия современного. Было открыто вот через этот термин. Стали искать. То есть в шастрах есть намеки на все эти вот сверхъестественные силы и законы природы, физики, которые еще сейчас не открыты, не изучены толком. Потому что управлять ядерной энергией сейчас никто не умеет. Хотя открыли ее как бы как факт. Но Махарадхи управляли этой энергией. Проводили специальные исследования, там Курукшетра, вот сейчас это место в Индии есть, и там оплавленные камни. Вот. Понятно, что принялось какое-то сверхоружие. В том месте что-то происходило, какой-то серьезный катаклизм. То есть есть такие вот исторические также подтверждения. Ну и Арджуна, он праведник, он не хочет просто так убивать людей. Ни одну лишнюю жертву не допустит праведник. Не то, чтобы запустили там Катюшу и убили и животных, и людей, и видных, и невидных, и деревни пострадали. Нет, такого не было. Люди управляли энергией. То есть мирное население не страдало во время войны. Но чем же Арджуна был обеспокоен? Он не боялся смерти, не боялся сражаться. Такие арии не боятся смерти. Смерти не существует для них. Они перевоплощаются, и все, они живут дальше. Выбирают себе новое тело. Это другой уровень цивилизации. Тем более рядом Кришна. Вечный спутник. Бояться был не... Но он не мог понять, как я могу сражаться с дедом. Там еще мой учитель рядом, Дрона. Пишет моего деда. Дед всех пандов и кауравов. Из-за политики случилось так, что они оказались по разные стороны барьера. А теперь нужно выполнять долг, сражаться. Родственник, ты не родственник. Учитель, ты ли кто? Поэтому Арджуна не знает, что же лучше, Кришна. Я бы хотел бросить оружие и уйти отсюда. Зачем эти насилия? Как я могу поднять руку на своего деда, на своего учителя? Это свято. Там еще братья, деды, там все, с двух сторон две армии, я вижу, они же все одна семья. Вот тут и начинается Бхагавад-гита. Вот с этого момента устроено. И вражеские силы, темные силы знают, что если Арджуна откажется от сражения, то сражение они выиграют. Темные силы победят. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, почему должен сражаться. В чем его долг? Даже ценой вот этих родственных уз, дхарма еще выше, есть еще более высокое понятие, чем просто семейные ценности или личные ценности, выживание. То есть человек должен на самом деле посвятить свою жизнь высшей цели, как бы жертву совершить. Это великий путь. Это путь Бхагавад-гиты. И там 18 глав. А это описывается сразу с точки зрения, как это делается и почему это нужно делать. И когда мы читаем Бхагавад-гиту, если кто-то читал это целиком, вы увидите, что вы получаете неслыханный энтузиазм и вдохновение жить на высоком уровне. Получаете силу духовную. Что это слова Бхагавана? Кришна. Ну, Кришна сам живет в Вриндаване. У него есть свой мир, своя обитель. Это описывается в шастрах.
Иногда он приходит раз в день Брамы в этот земной мир, в расписание, аватар. Вот как это было, описывает Бхагавад, где-то он был. И доказательства тому эти тексты. Никто не может ничего там поправить и улучшить. Ни один преданный ученый даже не может разобраться в этих вещах. Только чистый преданный может понять это. Тот, кто обрел чистую любовь к Богу, открываются эти тексты. Это слова Бога. Доступны только преданным. С чистым сердцем людям. Люди, не имеющие ни чистого сердца, ничего. Они говорят, нетрадиционное знание какое-то. То есть наука ничего не знает об этом, ничего не может сказать. Она наблюдает совсем другую сторону бытия. Вот материалистическая наука направлена на материальные элементы, окружающие нас, и их комбинации. А здесь речь идет о сознании. Во второй уже главе говорится, что душа и тело — разные вещи. И с этого начинается только Бхагавад-гита. И что ж такое? Духовная деятельность описывается здесь. Искусство, высшее искусство деятельности. Все цели достижимы на духовном уровне. На материальном уровне не достигается ничего все время. Все, что мы достигнем, все потеряем. Это закон. Собственно, мы с вами также это понимаем. Но каким-то образом люди, понимая какие-то вещи, не обращают на это внимания, забывают об этом. Руководствуются тем, чем-то другим. Не фактами жизни. Люди с рождения, смерть — факт. Никто здесь надолго не останется. Родившийся обязательно умрет, Кришна говорит. Умерший родится снова, Арджуна. Потому что душа, наджайте, мрят, вакадачи, не умирает, не рождается. Для души не существует ни рождения, ни смерти. То есть меняет тела, как одежду. Одежда стареет, сбрасывается новая одежда, сбрасывается новая одежда. И так это продолжается. Зачем? Зачем вечно душе менять постоянно тела, переживать рождение и смерть? Снова, снова и снова. Это величайшее зло для души, против ее воли, против ее природы. Смерть, рождение. Зачем? Джанма — это рождение. Это большая проблема. Нам очень трудно с этой джанмой жить потом. Врожденные вот эти качества, и мы ничего с ними не можем поделать. Национальность отличается пожизненно, пол от пожизненно, характер пожизненный. Мы не можем ничего, ничем другом думать как-то по-новому. Но очень сложно понять вне телесной концепции что-то еще. Но здесь говорится, йога можно понять при помощи контроля этой природы врожденной. Обуздать нужно ее. Душа сильнее должна быть. То есть должен дух проявиться. Как? Здесь описываются процессы йоги. Различные. Карма-йога, тьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога, гьяна-йога, аналитический путь. То есть душу можно постичь аналитически сначала, путем глубокого тонкого размышления. Во второй главе даются такие тексты. Несколько текстов для размышления аналитического. Когда любой разумный человек может догадаться, душа есть. Сознание — это и есть проявление души. А затем говорится в третьей главе, ближе к третьей главе, можно познать душу еще лучше. Не только аналитически, теория, но и практически. Совершив бескорыстное действие. Полностью бескорыстное действие. Это называется карма-йога. Деятельность в служении Богу. Не для себя, для его удовлетворения. И ачарьи говорят, принцип такого, что как будто вы пищу направляете именно в желудок. Должны знать, куда направить свои усилия. Кто должен наслаждаться всеми плодами нашей деятельности? Не мы. Это серьезная ошибка. Ни в коем случае человек не должен жить ради собственного удовольствия. Он должен удовлетворить Бога для блага всех. Каждый человек. Быть полезным для полного целого, для абсолюта, для абсолютной истины. И как это? Что это за служение? Это может быть совершение жертвоприношений, говорится в третьей главе, различные виды жертвоприношений, собственностью, речью, мыслью, поступками есть различные виды жертвоприношений, яги. Но высшая жертва заключается в том, когда человек достигает уровня постоянного памятования Бога в своем сердце и уме. Речь, мысли, поступки начинают служить Богу, когда человек постоянно думает о нем с любовью. И как же не с любовью думать? Это ведь не трудно, оказывается. Потому что он все привлекающий. Он Кришна. Это имя дает. Это Кришна и Арджуна. Для Арджуны Кришна — это его друг, его жизнь. Вечный друг. Для Кришны Арджуна — вечный, взаимно. Полная взаимность с Богом.
И никогда не нарушается эти отношения. Материальные люди тоже есть друзья, но временные. И родители, дети тоже временные. Собственно, ради этого мы живем. Это единственная причина, почему мы здесь как-то живем и хотим жить, потому что есть дети, есть родители, есть друзья, есть служение какое-то, деятельность. Но изначально, говорится, это все связано с Богом вечно. Здесь отражается этот принцип, но извращенно, он обманывает нас. Здесь мы не найдем вечного прибежища. И родители временные, дети временные, друзья временные, иногда они обманывают, предают друг друга, нередко в материальном мире. Их пути расходятся, и все это приносит боль. Бхагавад-гита против таких страданий. Ведь мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он знает вечность. Он знает душу. Это называется ари. Давайте попытаемся понять. Ари — это не национальность, не джанма. Это сознание, которое может развить каждый из нас. Стать арием — это значит просто развить сознание. А не родиться в семье ария. Нет такой национальности, вы не будете арией. Это развитое сознание или сознание Бога. Или как сознание Кришны, потому что Кришна все привлекающие, мы сознаем эту божественную красоту души. Итак, Кришна лично рассказывает Арджуне эту Бхагавад-гиту. Прямо между двумя армиями, готовы сражаться, там уже трубили раковины, они уже были готовы вступить в бой, и тут вдруг Арджуна просит Кришну: выведи колесницу посередине. Я хочу увидеть армию, их настроение, прежде чем вступить в бой. И Кришна с улыбкой, Арджуна в тревоге, перед битвой, Кришна с улыбкой безмятежной вводит колесницу посреди двух армий. Великих махарад, боевые слоны, боевые колесницы, оружие, инкрустированное золотом, это великие кшатри, такие как Бхишма, считающие непобедимы, дроны, это гуру всех воинов того времени, браман могущественный тоже там, Критаварман, Сатьяки там, великие воины все. Арджуна один из них, там же так, Бхима его брат, Юдхиштхира. И Кришна с улыбкой вводит колесницу между армией и говорит странную фразу Арджуне, поглядывая на него с улыбкой, говорит: посмотри, о Партха, друг, посмотри на собравшийся здесь Куру. Что он сказал? Что это означает? Куру — это один род, не только одна семья. Они забыли об этом. Из-за политики они стали врагами. А Кришна сказал Арджуне: посмотри на собравшийся здесь Куру, одну семью. И вот тут Арджуна вздрогнул, когда услышал это. Подожди, Кришна, как я могу сражаться? Это моя семья. Кришна мой дед, Дрона мой учитель, тут друзья, там то, дядя. Я вижу, он же арий, он трансценденталист, он видит последствия. Если мы сейчас уничтожим этот цвет населения, этих великих людей, они же носители дхармы, религии в обществе. Мы религию уничтожим. А что в итоге будет? Женщины. Они станут легкодоступными. А что потом? Потом стоплое пойдет. А что потом? Ад наступит. Никто не поймет. Вышли. Варна Санкара. То есть население заполнится нежеланным потомством, нежеланными людьми, которые глухие и слепы к Богу, к душе, абсолютно все утро такие деньги, секс. Все сводится к этому, видите, у этих людей. Животный инстинкт. Арджуна в дрожь бросает. Он роняет оружие, лук, стрелы, он видит как бы будущее. Кришна, куда ж ты меня толкаешь? Почему должен сражаться? Я хочу уйти, бросить все это. Но Кришна говорит: для души не слышит рождение и смерти, о чем ты беспокоишься? Ты же арий, ты почему-то встревожен? Что ты впервые сражаешься? Воин всегда сражается за правое дело. А? И кшатрий должен защищать религиозные принципы. Любой ценой, оружием. Это его долг. Это священники всех прощают. Это их долг. А он сражается. Он защищает людей от невежества, от страданий, от негодяев, применяя силу и героизм. Он ценой своей жизни защищает дхарму, религию. Если даже родственник нарушает закон, становится преступником, царь накажет своего родственника. Это долг. И потому весь мир и распадается, потому что люди
Разделили мир на своих и чужих, и ради своих людей они совершают грехи. Ради своих семей обманывают другие семьи. Эти свои люди, знаете, они попускают друг другу все эти вот плохие вещи. А есть закон. И Кришна говорит об этом, есть закон. Более того, это все предопределено, он сказал. Ты должен сражаться так, чтобы никого не убить, Арджуна. Как это? Это искусство деятельности. Убивать ты будешь тело. Но разве воин не умрет, если я пущу в него стрелу? Снесу ему голову? Нет. Ям-яма писмаран бааван. Тяджаты анты калеварам. Там-там авайте каванты ясы натан баабаавита. Если он остается в исполнении долга, в состоянии йоги, он поднимается на высшие планеты, этот человек. Поэтому что ты теряешь, если ты погибаешь ради высшего, высшей дхармы? Ты поднимаешься на высшую планету как герой. И что ты теряешь, когда ты выиграешь битву, ты получаешь царство? В любом случае, когда ты исполняешь долг, побеждаешь ты или побежденный, ты ничего не теряешь. Но что ты получишь, Арджуна, когда ты пренебрежешь своим долгом и будешь считать трусом, малодушным человеком? Ты откажешься от долга, ты ничего не получаешь, никакого блага, и другие тоже никакого блага не получат. То есть тебя сбивают твои родственные чувства. Но ты забыл высшие знания, божественные знания. Более того, Арджуна, посмотри, в этой вселенской форме они уже все погибли. Это предопределено. Здесь не останется в живых никто, кроме пятерых пандавов. Кришна показывает им будущее, свою вселенскую форму. Он знает каждого здесь. И сейчас знает каждого из нас, кто пришел на программу, на ферму. Уже отметка есть, был на ферме. Думаете, так все бесконтрольно? Нет, записаны уже все. Никуда теперь не денетесь, просад сейчас поедите и все. И на поле битвы Курукшетра пойдете. Как герои воевать будете, сражаться. Да, рано или поздно мы должны стать героями, наконец. Хватит выживать. Бороться за свое выживание, за свою жизнь. Нужна еще миссия какая-то, какое-то великое дело у каждого должно быть человеком. Каждый причастен к великому делу, к великой миссии. Зачем мы родились вообще? Чтобы зарабатывать все на пенсию или на лекарства? И потом умереть? На похороны, кстати, хорошая идея. Хорошие похороны организовать. А на что еще зарабатывать, скажите? В конечном итоге. Потом умираешь, рождаешься и снова идешь в школу учиться, снова профессию, снова на похороны зарабатываешь сам. И даже если кто-то в ад идет, говорит, что он себе на ад зарабатывает деньги сам на проезд. Ну, удивительно, как все устроено в жизни, понимаете? Это все описывается в ведах, пуранах, мы сейчас так шутим, но это дело серьезное. Настолько серьезное на карте наша жизнь. Мы проживем эту жизнь, и не хочется прожить впустую. Никто не хочет, по глазам видно. Вот какой-то смысл должен быть у человека, как хотя бы что-то детям оставить ценности. Я сам не успел ничего сделать, но хотя бы детям ценность что-то оставить. Что-то должно быть. Зачем жить иначе? Как овощ. А мы не читали текст Бхагавад-гиты? Это все из-за вас. Я не виноват вообще. Так. Какой текст? Где вы хотите текст? Закладку вижу, текст какой? Любой. Лишь бы закладка, так, ясно. Хорошо. Это текст из пятой главы карма-йоги. Здесь две главы, посвященные карма-йоге. Третья и пятая. Между ними четвертая глава, она называется «Трансцендентное духовное знание». То есть есть карма-йога ради возвышения на высшие планеты, а есть карма-йога ради того, чтобы вернуться к Богу. Духовная деятельность. Вот в религии то и другое дается. То есть действовать так, что в рай попасть, это вот на высшие планеты, либо к Богу, это еще выше. Уже, потому что оттуда, где рай, душа все равно падает потом вниз, когда растратит свои добродетели. А из обители Бога никто никогда не возвращается навечно. Представьте, больше никогда в Казахстан не вернемся.
Если вы чувствуете эту принадлежность Казахстану, вы еще в духовный мир не попадете. Нет? Нужно вернуться, не оглядываясь. Если можно просто посмотреть, вернуться обратно, так не получится. Только в одну сторону билет. Это йога. Значит, чтобы так произошло, чтобы мы именно достигли такого уровня, вернулись к Богу, в этой жизни нужно же прожить так, чтобы привязаться к Богу сильно. Влюбиться сильно. Сильно-сильно полюбить Его. Обрести эту любовь к Богу, о которой говорят все священные книги, как о высшей цели человеческой цивилизации. Любовь к Богу включает в себя все, все совершенство. Не человеческое. Любовь ко всем живым существам. Любовь, которая нам помогает исполнить свой долг блестяще. Любовь, ради которой можно пожертвовать чем угодно ради Кришны. Нет того, чего мы не отказались ради Кришны. То есть человек становится могущественным, великим. Знание приходит само по себе, если мы обретаем любовь к Богу, и открывается их сердце сами. Тогда мы будут йогам там, где на моем памяти, так кто придется к Кришне, или Кришна говорит, я даю разум изнутри сердца. То есть абсолютно необходима любовь человеку. Даже на бытовом уровне мы знаем, как любовь необходима в нашей жизни, важна, без которой какой толк в жизни. Не ограничивайтесь, пожалуйста, любовью к мужу или жене. Это неправильно. Это эгоистическая любовь, связанная с полом, который мы имеем, с удовлетворением его физиологических потребностей также. Эту любовь нужно очистить при помощи совместного служения в семье, муж и жена служат Богу. Я даже не знаю, как это делать. В идеале так, что муж служит Богу, жена служит мужу. Но сейчас мы стали равны. Нет таких мужей, которые бы так служили Богу. Сейчас жены, может быть, даже более продвинуты многие. Все бывает наоборот, векали. Это порядок изменился сильно. Искажен. Сейчас не ведическая культура. Сейчас женщины, они не уступают мужчинам ни в чем, эмансипации. И в чем-то даже превосходят. Это упрек в эту сторону небольшой такой. Мы знаем современных мужчин. Более ленивых существ мы не видели в жизни. Это другая проблема с этой стороны. Они такие же, они еще хуже. Пока не будет детей. Когда у них дети, они трудятся, не покладая рук. Ради детей они свернут все, что угодно. Они придут с одной Кришной, они займутся преданным служением. Ради своего ребенка они станут святыми вообще. А вот эта половина безнадежная какая-то. Но просад едят хорошо. Это хороший признак. То есть мы копим силы, верно? Так? Накапливаем. Ем и лежу. Ем. Я коплю силы для миссии. Да, это тоже хорошая. Перспектива ничего. Карма-йога вообще. Здесь текст 23 и 24 на этой странице. Мне сказали читать все подряд. 24. 24. Йонта суконтар арамас танта джотир эвая. Са йоги брама нирванам браман буто тягачати. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик, он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. Вот такие симптомы здесь описываются. Встречали человека самоудовлетворенного внутри себя, который ничего от вас не нужно. Ни от кого ничего не ждет. Счастье внутри себя, да? Здесь описывается, это возможно. Мы все такого счастья ищем, которое не продается нигде, ради которого не нужно много работать, добиваться, соревноваться, с кем-то сражаться, расталкивать локтями. Не нужно, это в страсти все. Это все на материальном платформе, так животные живут тоже за кусок, они дерутся. А здесь говорится, а как живет цивилизованный человек, чему он стремится, во всяком случае. Еще раз послушаю. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом. Как стать бодрым? Изнутри себя. Вспомнить Кришну. Вспомнить себя. И у вас есть прилив энергии. Выключайте. Все, достаточно. Если мы в сознании Кришны. Это как подключить электроприбор в розетку. Раз, вуп, он готов. Только нажимай кнопки, все, функционирует. Мгновенно работает. Все. Внутри него есть энергия. Поступает. Если мы связаны со Всевышним, мы как бы подключены таким образом.
Ну и только мы включаемся с утра пораньше, понимаем, оп, Мангаларати, и оп, подскакиваем сразу. Все, прибор работает. Если контакт хороший. Если контакт не очень хороший, то он искрит. Я еще посмотрю, сейчас. Не будете, не заработаете. Если контакт плотный, он подскочит. Сейчас плотный контакт с выгодой. На работу поздаешь. Ой, нет, не шутки. Нет, я не попаду на работу, меня уволят. Не будет денег. Мгновенно вскакивает человек. Контакт с деньгами хороший. Контакт с Богом слабый, искрит. Можно поспорить, можно отложить, но потом всегда он вечный, я душа вечная, как-нибудь успею. А работа не терпит отлагательств, понимаете? У нас много в голове всяких аргументов глупых. Так мы свою жизнь растрачиваем попусту, день за днем, не замечая даже этого. Это настолько важно, что не терпит отлагательств даже на минуту, на секунду, о чем мы сейчас говорим. Настолько это важно, потому что в течение жизни мы должны еще успеть такое сознание развить. Не будьте заносчивыми, не так это просто, как это кажется, добиться то, что тут описывается. Фактически описывается освобожденная душа, вот здесь пророк, уровень пророка описывается. Вот его преследуют, а он проповедует в экстазе. Это пророк, он не зависит от внешних обстоятельств. Прабхупада в Калькутте в военное время, когда Калькутта подверглась бомбежкам во Вторую мировую войну, он готовил для своих божеств качели. Я эту историю часто рассказываю, хорошую историю. Но поскольку есть новые люди, ее всегда повторяют. Мне нравится эта история. А вы как хотите. Качели. Ну, божество нужно кормить, если хотите выразить любовь. Одна из форм выражения любовь к Богу — это вот то, что вы готовите для Него, предлагаете пищу сначала Ему с любовью, потом едите, как остатки. Это принято. Освященная пища называется. Это очень важно делать в семье. Ну, Прабхупада готовит для своих божеств. Он с детства это делает. Вот он уже бабушек, пожилой человек, война, Вторая мировая, и тревога вынуждена. И все из этого дома люди, они бегут в бомбоубежище. Говорит, Бабаджи, ему говорит кто-то, вы слышите тревога? Слышите сейчас бомбежку? Пойдемте быстрее, вниз. Сейчас начнется бомбежка. Он говорит, я успею, да вы идите, я подойду, сейчас я только божествам предложу качели, Кришну накормлю и приду. Нет, мы сказали, знаете, большой риск. Дело в том, что вчера бомбили соседний район по плану. Позавчера вот тот, предыдущий, а сегодня наш район по плану будет подвергаться прямой бомбардировке. Очень опасно. Скорее всего, сейчас все рухнет. Пойдемте сейчас. Да-да-да, я сейчас подойду. Сейчас только качури предложу и придумал. Идите, я успею. Бабаджи, посмотрите меня. Сейчас замочить. Бомба на голову будет, понимаете? Вот прямо сейчас, она летит уже, понимаете? Надо бежать. И тут Прабхупада мне говорит, если бомба упадет на голову, я в нее вижу Кришну. Видите? Мой долг служить ему при любых обстоятельствах. Это то, что написано здесь. Под бомбами вы счастливы служите Кришну. Вот такие примеры мы сейчас приводим. Прабхупада это знание принес в западный мир, вот эти комментарии он написал, как она есть Бхагавад-гита. Как нужно полюбить Кришну, чтобы понять Бхагавад-гиту. Не полюбите Кришну, не будете ничего служить Богу делать, ни вы не поймете, что он говорит. Нет, не хватит ума, это невозможно для человека, это божественное знание. Он сам должен открыться перед вами. Это нельзя какими-то усилиями достичь, пока он сам не расскажет, пока Кунаржу не расскажет. И сердце в сердце, потому что и друзья, у них любовь, у них бхакти. Вот бхакти мама Биджанати, меня можно познать через бхакти, конечно же, через чисто любовное преданное служение. И с разных точек зрения это описывается здесь, как бы это йога-шастра Бхагавад-гита, это различные виды йоги здесь предлагаются, но высшая степень йоги описана в конце каждой главы, когда мы непрерывно думаем о нем, посвящаем речь, поступки, слова, прославляем его. Эта любовь становится очень сильной. Это и считается самой высшей йога. А йога творит чудеса. Йога — это не религия. Йога — это не философия. Йога — это не аскезы, не покаяние, не благочестивая деятельность. Йога означает, что мы непосредственно видим Кришну в своем сердце.
созерцаем его. Вот это йога. Как сейчас мы видим друг друга. Причем здесь покаяние, причем аскезы, причем какие-то практики. Ну, просто есть глаза, я вижу, и все, это же просто... Вот так можно видеть Бога, Прабхупада говорит. Вот это называется йога. А когда мы верим, это называется религия. Но не видим, не знаем, но верим. Ну, религиозный человек, хорошо. Но в Гите говорится, Кришна говорит Арджуне, будь, стань йогом. Не будь просто теоретиком или каким-то верующим человеком, или благочестивым человеком, стань йогом. При всех обстоятельствах ты должен связь со мной осознавать. И сейчас, на Курукшетре, ты никого не убьешь, если будешь осознавать мою волю. Но это было необычно. Как же можно сражаться, убивать врагов, не убивая их? Интересный пример. Кришна. Это любимый дед Пандава. Любимые внуки оказались на поле битвы по разные стороны. Кришнадеву дано было благословение, что он воин будет непобедим. Он никогда не сидит в поражении за свои 900 лет прошедших. Он старейший воин. Брамачари всю жизнь. Семьи не было у него, и детей не было. Это были внуки его брата. Даник он был любимым родственником, патриархом. То есть он был одинокий, и вся любовь была в Пандавах. Теперь враги его. И он не мог, конечно, с ними сражаться в полную силу. Он сражался в другом где-то месте. Но Дурьотхана, царь, Бхишмадева был там, этот негодяй, он заметил это. Он сказал, ты кшатри, или ты трус. Я же вижу, что ты не сражаешься с Пандавами в полную силу. Ты давно бы мог уничтожить их. Тебе нет равных среди всех воинов. Ты что, подыгрываешь моим врагам? Но это было бесчестие воина, что он не исполняет свой долг. Никто бы этого не перенес в то время, ни рикшатри. Его упрекнули в этом. Потом Бхишма вдруг дал обет. А имя Бхишма означает, что обеты не нарушаются ни при каких обстоятельствах. Ни одного обета не нарушил в жизни самых тяжелых вещей. Обещание исполнял. Даю обед, он сказал Дурьотхана. Вот перед всеми. Завтра я убью Арджуну. Любимого внука. И если только сам Кришна не возьмется за оружие. Только одно условие нужно остановить. А Кришна дал обед до битвы, что не возьмется за оружие. Он только правит колесницей. Потом Дурьотхана обрадовался. Все, Арджуна обречен. Кришна дал обед не браться за оружие. Кришна дал обед убить Арджуну. Все в порядке. Теперь даже друг Кришна его не защитит верховно. Он танцевал. Все, дело сделал. Он заставил его сражаться. И на следующий день Бхишма стал сражаться в полную силу с Арджуной. Я не могу описать, что это было за сражение, потому что Арджуна был не просто Маха, он был учеником Парашурама, Господа Парашурама. Это был Маха-Маха. Я вам скажу по секрету одну вещь, только дома ты. Он мог один уничтожить все эти армии Зуцарон сам. Такими секретами он владел. Он остался с Арджуной, так сказать, в полную силу. Вся армия вздрогнула и просто замерла. Никто ничего не мог делать. Такой хаос поднялся. И Арджуна сказал, Кришна, я ничего не могу сделать. Бхишма сражается в полную силу. Я проигрываю. И тут Кришна вспыхнул ради своего друга. Но он сорвался с колесницы, спрыгнул. С такой скоростью, что верхняя одежда слетела с него, говорит. Он дал обет не браться за оружие, он взял какое-то колесо, вырванное от колесницы в бою. Боевой колесницы. Раскрутил на руке вот так вот. И бросился в Бхишму убить его этим колесом. А что думал Бхишма? Я подумал, мой Господь, как любовник встретил его. Оружие в сторону. Ну, какое счастье, умереть тебе в руки. И Кришна уже поднял, глаза у него были красные от гнева. Защищал Арджуну, своего вечного спутника, уже поднял эту руку с колесом от колесницы, готовый сорваться, как оружие, чтобы нанести удар смертельный Кришна. И в это время раковины затрубили, битва была окончена. Так Кришна замер. Вот так в Индии поклоняется этой форме Кришна и Кришнадева. Что у Кришны нет ненависти. Это было все проявление любви. Вы удивитесь, такой Бог. Даже когда убивают, он благословляет эту душу навечно. У него ненависти никому. Чтобы понять его деяния, говорится, нужно быть трансценденталистом. Как действует Бог.
Не надо сравнивать с человеком. И Бхишма так и замер со слезами любви на глазах. И Кришна так и замер. Они смотрели друг на друга. И этому можно поклоняться. И затем продолжалось все. Дрёдхана был недоволен этим всем. Но пандавы собрались однажды и стали обсуждать, что же делать. Бхишму мы не сможем убить. Во-первых, дед. Мы любим, он любит. Во-вторых, он непобедим. Кришна, что делать, спросили они. Как убить Бхишмадеву? Кришна говорит, я знаю. Он сам скажет. То есть, помните, пандавы, он дал обет вам, обещание вам лично. За каким бы советом ко мне не придут пандавы, я дам любой совет. Пойдемте сейчас вечером к палатку. Вот и попросите совета. Все очень удивились, Кришна. Да, Кришна, другого выхода у вас нет. Если Бхишма не погибнет, дхарма будет разрушена. Он должен пожертвовать своей жизнью сам теперь, ради дхармы. Они все пришли, пандавы, безоружные, вечером, просто в гости, в палатку Бхишме. Он их принял как дорогих гостей. Любую просьбу, пожалуйста. Да, один совет. Любой совет я обещал. Дорогой дед, мы не знаем, как тебя убить, посоветуй. Потому что ты не умрешь. Дхарма умрет. Отец его благословил Бхишмой за его вот эту жертвенность, бескорыстие. Он сказал, ты, Бхишма, ты такой сын. Равных нет. Я тебя благословляю как отец. Ты себе день смерти выберешь сам. Мимо было, да? Сейчас точно. И Бхишма понял, что пришло время назначить день смерти себе, как предсказано было. Сказал, для вас все что угодно. Здесь есть один воин. Шикарный. Это отдельная история, рассказывал на Галоке Фест. Поэтому это сегодня продолжение. Шикандин — это женщина, на самом деле. Я ее знаю с прошлой ее жизни. Она мне мстит и желает смерти. И только она может быть причиной моей смерти, по благословению Шивы. Вот этого воина возьмите, поставьте впереди себя, я не смогу сражаться полностью. Как только его увижу. Итак, пришло время. Раковины затрубили, новый день. Битва. Кришна вооружен, пандавы вооружены, Шикандин впереди. И пошли на Бхишму. Бхишма, как он сказал, не смог сражаться. Потом, когда Арджуна выпустил тучу стрел, обычно Бхишма их отражал. Он перестал сражаться. Он был насквозь пробит, все его тело, каждый участок тела. Весь, с ног до головы. Когда он упал, лежал на стрелах, не на земле. Прощаться с Бхишмой пришли все, воины всех сторон. Он жил долгое время еще. И Кришна привел туда Юдхиштхиру еще после битвы на Курукшетре. Бхишма не уходил, он еще не понял свой долг, который обещал. Потому что он знал, что Юдхиштхира не успокоится, не сможет принять царство такой ценой, что это святой царь. Он не сможет это пережить, что миллионы, сотни миллионов людей погибли, чтобы он царствовал. И даже Кришна успокоил, не мог его успокоить. И тогда Кришна и пандавов, и других привел его к Бхишме, лежащему на стрелах. С помощью аскезы он поддерживал свою жизнь даже в таком теле. И ждал. Он должен был передать нечто ценное. И Юдхиштхира был в депрессии, он пришел, Бхишма сказал ему, Юдхиштхира, знай, что все, что с вами случилось, с самого начала было задумано Кришной. И все, что Кришна сделал, на благо для всех живых существ. Здесь, на поле битвы Курукшетра, все воины погибли в присутствии Кришны. Абсолютно все они освободились, просто от одного его взгляда. О чем ты скорбишь? Тут никто не погиб. Тут просто все выполнили свой долг и очистились.
Это была великая ягья, великая жертва, очищающая души. И Бхишма выразил огромную любовь и заботу по отношению к своим внукам на смертном одре, сраженные своими внуками. Он говорил им всю свою любовь и благодарность, потому что они вечные спутники Кришны. Кришна Арджуна, ты никого не убьешь таким путем. Сражаешься не для себя, а для меня. Никто здесь не умрет. Все получат вечную жизнь. А тело остается любой смертной. И родившись умрет, а родившись заново родится, вот эта проблема. То есть смысл Бхагавад-гиты очень сокровенный, очень глубокий. Здесь маленький комментарий, что попадает. До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней духовной жизнью. Такой боль. Человек больше не желает внешнего материального счастья. Это уровень Брахма-бхуты. И тот, кто достиг его, обязательно вернется домой к Богу. Брахма-бхута. Брахма означает дух. Бхута — жизнь. Жизнь духа. То есть этот дух, он беспределен, превосходящему все материальные миры. Он пронизывает и дух. Этот дух и материю пронизывает. Он повсюду. Он и здесь, и не здесь, он везде, и нигде. В материальном мире он неуловим. Его трудно, он не проявлен, как бы его трудно увидеть и осознать чувствами. Мысль может коснуться Брахмана, философская мысль тонкая, при специальной подготовке. Это Брахма-бхута, когда человек касается чувствами Брахмана и мыслью Брахмана, он перестает испытывать скорбь, и от него все материальные желания. Он испытывает сильную радость, естественно, как только он записывается внутри себя. Эта радость никогда не покидает его. Для него не существует разницы между сном и бодростью для такого человека. Тоже счастье во сне и наяву. А на события он вообще внимание не обращает. Это провидение, судьба. Иногда события трудные, сложные, иногда события легкие, иногда трагические, иногда комические. Так всегда было. Матрас, парша, стуканта, яши, тошно, сука, дука, да. Как зима и лето чередуются, и счастье, и несчастье тоже чередуются в этом мире, вращаются. Он этого внимания уже больше не обращает. Он знает, как исполнить свой долг, зачем он здесь. Смысл высший. Мы как бы, если понимаем свой высший смысл здесь, то мы уже не рождение имеем, а явление. В этом случае наши потомки скажут, он явился, он не родился, он явился с определенной целью. Родился, и животное рождается. Если мы понимаем, зачем мы здесь живем, высший смысл, это уже явление, считается. Не биологическое рождение. И для этого нужно второе рождение иметь. Есть биологическое рождение от своих родителей, и второе рождение духовное, от духовного учителя. И такой человек на этом пути очищается, и о нем говорят, что он явился в этот мир с определенной миссией. Не просто жизнь. Это каждый человек очищается, он достигает этого духовного уровня Брахма-бхуты. Счастлив внутри себя, это означает, что он никогда никого не эксплуатирует для себя. За счет чужой не живет. Его поддерживает внутренняя энергия. Как поддерживает? Счастьем. Счастье притягательно. Если кто-то из нас достигает такого счастья, то за помощью к нам обратятся многие люди. Дайте немножко счастья. Откуда вы так счастливы? Это вы откуда знаете? Если у вас есть знание счастья, у вас есть все. У вас есть все. Но если мы даже обретем весь мир, душа ничего не приобретет. Вообще ничего. Со смертью тела все кончится. Нуль. Буквально нуль. Вообще ничего. Представьте, какие усилия. Сколько попыток. Сколько накоплений. В результате нуль. Хари Кришна. Нитагора Примананды. Ну такая бестолковая иллюзорная жизнь. Это все из Бхагавад-гиты можно понять очень хорошо, это наука. Не думали, что это какой-то философский трактат или религиозный какой-то свод правил. Тут тоже есть свои правила. Тут факты описываются просто. А религия, неважно, какой человек выбирает религию,
Хотите, оставайтесь мусульманами, хотите христианами. Не имеет значения. Важно, чтобы мы познали и полюбили Бога. И вмиг наши проблемы все между нами закончатся. И не важно, мусульмане ли мы, христиане, или кто бы то ни были. Будем жить в мире и согласии. Вот и вся наука. Бог один. То есть Бхагавад-гита возвещает трансцендентное знание за пределами материи, вселенское знание. И также нужны какие-то прикладные вещи, вот конкретные, к нашей действительности. Как Дивахути сказал вначале, нужно понять, на каком мы сейчас уровне находимся, что для нас сейчас важно. Вот гита такая высокая, ну а нам сейчас что нужно? А нам нужно сейчас вот что, Прабхупада сказал. Мы должны повторить, что он нам передал для западных людей. Откажитесь, пожалуйста, от мяса. От всех интоксикаций. От азартных игр. И от незаконного секса. И вы воспеваете имена Бога, и вы станете совершенными. Вот это сейчас очень актуально. Что мир погряз в грехе. Сейчас между грешником и религиозным человеком вы не найдете разницы вообще. И те грешат, и другие. Другие просто каются, а эти не каются. А грешат все от мала до велика. Поэтому нужно остановить этот грех, эту плохую карму. Очиститься от этих последствий плохой кармы. В гите говорится, нужно очиститься. И быть дружелюбным ко всем живым существам. Вот это путь к Богу. И когда сердце чистое, и мы располагаем таким дружеским отношением, мы постигаем Бога очень легко. Но в условиях конкуренции, вражды, недоверия невозможно познать Бога. Потому что Бог говорит, я не завидую, не враждую ни с кем вообще. Если ты хочешь познать меня, уподобься мной, моим качеством. А как? А закон такой. Кому мы служим? Вот те качества мы приобретаем. Служите негодяю? Станьте негодяем. Служите полубогу? Берете эти качества полубога. Служите Богу? Берете божественные качества. Вот мы выбираем. Янти, Дев, Рата, Дев, Петри, Янти, Петри, Врат, Бутаньянти, Бутидья. Я дженопи мам. То есть, если ты поклоняешься полубогам, ты идешь к полубогам, поклоняешься предкам, идешь к предкам. Если ты духом привидения поклоняешься, родишься среди них. А поклоняешься Богу, идешь к Богу. Каждый кому-то поклоняется. Каждый думает, какой-то кумир, кому-то он подражает. Так вот, давайте поклоняться Богу, достойному объекту поклонения. Это единственный достойный объект поклонения, который никогда не обманет живое существо. Остальные могут до какой-то степени тоже помочь, как наши родственники, доброжелатели, тоже помогают нам, но они в Пуранах называются временные воины, они сами временные в этом мире и себе помочь не могут, строго говоря. Хотя и желают нам блага, наши родители, допустим, ну что они могут сделать, если у меня проблемы или смерть, или болезнь? Они сами в этих тисках находятся, могут только плакать. Но если мы обращаемся к Богу, как это правильно предписано, с полной преданностью, где ум, разум и чувства все заняты, погружены туда. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, если так мы это делаем. Он нас лично защищает. Говорит, эти преданные очень дороги мне, они в моем сердце живут, я в их сердцах. Я себе руку отрежу за них. Это слова Бога в Бхагавата-пуране. Я себе руку отрежу, говорит, чтобы защитить их. Что угодно. Вот это защита, это мощь. В материальном мире у нас единственный, кто защищает, это сверхдуша в сердце. Она нас всегда сопровождает, в какой бы форме жизни мы ни были. Сверхдуша в сердце каждого живого существа, это Кришна, его эманация для материального мира. Но вы спросите, да почему же, если с Кришной так хорошо, и мы вечные души, почему мы здесь? Почему уши от Кришны? Вот вопрос, да, действительно серьезный. Это будет мой вопрос к аудитории. Что это все ушли от Кришны? Я тоже с собой пытаюсь разобраться. Ну куда я вообще? Куда пришел? Мир смерти. Когда Арджуна увидел вселенскую форму, он понял, что здесь нечего делать вообще. Во Вселенной. Он во всем материальном. Абрама Буманал, Вакапу, Нарварти, от высшей дальнейшей планеты, места смерти, страдания. В любом месте есть свои страдания, везде есть свои проблемы. Неизбежно. Это материальная среда. Противоестественна для души. Так или иначе, мы оказались в этой среде. Давайте попытаемся выйти из-под влияния трех гун материальной природы, освободиться от кармы и увидим, что такое Брахма-бхута.
все настоящее счастье. Вот с этого уровня счастья и начнется наша настоящая жизнь в служении Богу. В скорби Богу не служит. В страдании Богу не служит. Только просит и молит о спасении от страданий. Но служение — это другое. Там нет никакой просьбы взамен. Оно бескорыстно. Просто из любви, чтобы он был доволен мной, и все, что нужно. Наджанам наданам насундарим кавитам ваджагадиша камая амаджанма ниджанма нишвилива ватат бхактирахай тукита. Господь Читания дал этот пример преданности. Он сказал, что мне ничего не нужно взамен. Ни последователей, ни красивых женщин, ни богатства, ни великих знаний. Но единственное, что я хочу, служить тебе жизнь за жизнью. Ага, тут я протягата, я на супросизати. Это будет высочайшая деятельность. Чистое, любовное, преданное служение. Вот это то, что Прабхупада принес нам сегодня, то, что так актуально научиться преданному служению Богу. Не желая ничего взамен. Это самая интенсивная духовная практика, которая развивает любовь Богу в сердце человека. Делает его безмерно счастливым. То счастье, которое мы ищем, внутри нас, говорят мудрецы. Вот оно там. Пробуждается оно через процесс бхакти-йоги. Шраванам, киртанам, вишну, смаранам, панасиванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьянам, маниведам. 9 процессов бхакти. Начинается шраванам, киртанам, смаранам. Шраванам слушаем, киртанам повторяем. То, что мы делаем с вами. По воскресеньям или по утрам в центрах. Слушаем Бхагаватам. Кто-то говорит, слушает, другой говорит, слушаем. Мы спеваем киртан, имена Кришны, слушаем, повторяем. Это практика бхакти-йоги, это чистое преданное служение. И далее оно развивается вплоть до атмани веданам, когда человек уже готов полностью себя посвятить и мысли, и тело, и все, что у него есть, служение Богу. Это высший пилотаж. А начинается со шравана. Просто услышать. Услышать о Боге. С самой лучшей стороны, от преданных. Не слушайте о Боге от атеистов. Ничего полезного не получите. Слушайте преданных, кто имеет любовь к нему. Кто не склонен никого эксплуатировать. Вот их нужно слушать. Мы прочитали 24-й текст из 5 главы Карма-йога. Бхагавад-гита, как она есть. Небольшой комментарий. Остановились на уровне Брахма-бхуты, на духовной платформе. Пожалуйста, какие будут вопросы? Громко говори. Вопросы. То есть, Прабхупада говорил, в шастрах написано, что когда снятся предки, полубоги и гуру, то это не сон, это реальность. То есть нужно серьезно отнестись к этому сновидению. Они могут что-то передать через. Вот. У нее вопрос, что и дикша гуру не снится. Снится какие-то другие гуру. Искон. Слава Богу, что искон еще. Вот как ей быть, не знаю, и она не знает тоже. Как вы считаете? Слушать? Что говорят эти гуру? Искон во сне или нет? Даже когда дикша гуру говорит что-то тебе во сне, должна сверить потом, написать ему письмо. Подтверди, что он подтвердил это. Не доверяй так. Сейчас сложно это. Сейчас коллегируй. Когда-то люди были более совершенны, более чисты, в более чистой атмосфере жили. Рождение было другое. Это работало хорошо. Сны более чистыми были. Поэтому они могли получать знания через сны.
Но это будет у тебя со временем. Ты же очищаешься. Ты тоже во сне можешь Бхагавад-гиту услышать от Кришны. Он может прийти и рассказать тебе, когда станешь чисто преданным. Да? Так будет. В сердце у тебя есть те же самые знания, что здесь написано в Бхагавад-гите для каждого из нас. Нет исключений. Нет привилегированных никого. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Вот и все. Любой. Второй вопрос. Как можно понять, доволен ли тобой духовный учитель? Как можно понять, доволен ли тобой духовный учитель? Никогда не доволен, по-моему. Это проблема вообще, касается духовного учителя. Что не сделаем, недоволен. Он одновременно доволен и недоволен должен быть. Он должен быть доволен, что ученик служит, но быть всегда чуть-чуть недоволен, чтобы он чувствовал, что продвигался ученик. Если будет только доволен, ученик скажет, ну все, я достиг совершенства. Он скажет, ну ты хорошо все делаешь, только вот то-то, то-то, то-то еще. О, Гурмахараш, я постараюсь. Вот это нормально. Вот когда вернешься в духовный мир, будет очень доволен. Спасибо большое за лекцию. Раз вы затронули момент кармы, позвольте узнать тонкость, в чем различие между карма деятельностью ради достижения благочестивых плодов труда и в чем разница, если трансцендентная деятельность. В чем вот именно тонкость, когда ты делаешь что-то, что тебя возвышает в материальном виде, и что вне его, если возможно. То есть есть трансцендентная деятельность духовная, есть благочестивая. Какая между ними разница? Благочестивая деятельность связывает человека с материальным миром, в этом ее опасность. Она благочестива в том смысле, что эта деятельность не имеет в себе форм насилия. Например, какие-то пожертвования, благотворительность, никакого насилия нет. То есть мы благо какое-то приносим, отдаем что-то. Это чистая, безупречная деятельность. Но если там мотив эгоистичный остается, я это делаю ради своего благочестия, и также я помогаю людям, и ради своего удовлетворения этим благочестием, то она связывает меня рождаться снова и снова в этом мире благочестивым человеком, в материальном мире. А это опасно, потому что благочестивые люди могут потерять свою благочестие здесь. Мир-то опасный материальный. Здесь сегодня благочестиво, завтра мы вот от суммы тюрьмы не зарекайся, как говорится, можем ошибку совершить. Поэтому благочестивая деятельность то так же рискованна, как и все остальные. Она менее рискованна, но тоже рискованна. И потом все дороги вымощены в ад благочестивыми поступками. Знаете, вот благочестие. Люди становятся гордыми, считают себя выше других, кто совершает благочестие, и тоже падают. Это мирское благочестие имеет опасность. И они становятся фарисеями, книжниками потом, такие люди. Понимаете, о чем речь? Эксплуататорами потом. Потом люди говорят, религия опиум для народа, и свергают ее. Вот так происходит. Поэтому, несомненно, что высшего порядка деятельность в обществе должна быть трансцендентная деятельность. Абсолютно бескорыстная, духовная деятельность. Ради Бога это делается, для его удовлетворения. Я имею право исполнять свой долг, но не имею права наслаждаться плодами своего труда. Я лишь беру свою долю для здоровой жизни, и все. Не для наслаждения, а для здорового образа жизни. А наслаждается он. Так, почему? Потому что именно он источник наслаждения, не я. Я не могу наслаждаться отдельно без него. Как без солнца я видеть не могу. Вот солнце, пол должен присутствовать, чтобы я даже глазами что-то увидел. Если хочу счастья, то я должен сделать так, чтобы он был счастлив. И именно от него, через него я испытываю счастье, как через желудок насыщения. Он корень творения, он желудок творения, говорится. Он наслаждается все счастливы, он не наслаждается — нет. Невозможно. Никаким количеством денег невозможно насладиться. Никаким количеством пищи невозможно насладиться. Но как только мы предлагаем пищу Богу, едим такую пищу, мы чувствуем полное духовное удовлетворение. Сегодня это будет. После полное духовное удовлетворение, особенно в празднике, когда особая милость.
Такую пищу можно съесть, и сразу чувствуете, что вы достигли цели жизни. Вот до такой степени. А будет сегодня такая пища или нет? Я просто вот хвастаюсь. Будет? Точно? О, ну ладно, хорошо. Проверим, что это будет. Благодарю вас, Александр. Скажите, пожалуйста, а как вообще понять, что такое предназначение? И как понять, что для чего ты именно пришел сюда, именно в рамках деятельности профессии, если рассматривать? Вот, допустим, из того, что нравится делать, или из того, что хоть что-то приносит какие-то средства, да? То есть, вот, как понять, что это твоя профессия и твое предназначение? В Кали-Югу это трудно, как вот ты описал. Вот, вот такая дилемма сейчас почти у всех людей. То есть ярко не проявляются качества брахмана, кшатрия, вайши или шудры, ярко. Они как-то скрыты. То есть вроде бы человек имеет склонность брахмана, но науки не знает. Вроде как кшатрия, квалификации, не обучен этой квалификации, хотя склонность к этому есть. Что мы не знаем сейчас кодекс этих профессий. Профессию знаем, кодекса не знаем. Именно кодекс определяет, какой к профессии склонен человек. Например, клятва Гиппократа. Если человек такой кодекс имеет в сердце, это доктор. Если кто-то ценой своей жизни защищает слабых, это кшатрий. Это кодекс чести. Если кто-то слов своих не нарушает, это кшатрий. Если кто-то очень щедрый, это вайши. Этот очень честно трудится, это шудра. То есть кодекс определяет. Вот на это посмотри. Не просто на умение или на выгоду, на кодекс. И ты поймешь, кто ты. Но, с другой стороны, век Кали очень трудно, как бы, выжить бывает при помощи своей профессии, да, так, нужно что-то другое делать, что-то продавать, хотя, может быть, я не умею продавать, не склонен к этому, но приходится продавать, чтобы иметь деньги. Это тоже иногда приходится делать как вынужденное обстоятельство, как называется это, ну, как это называется, как это необходимо это делать. Взаимозаменяемые еще варны, видите, приходится это делать. Чтобы выжить, нужно получать какие-то средства. Я что-то буду делать, чтобы зарабатывать деньги. Так тоже можно жить какое-то время. Многим сейчас так приходится жить. А как определить, к какому ты относишься? Кодекс. Вот к какому кодексу ты склонен? Честно трудиться, быть щедрым в пожертвованиях. Не бояться защитить других ценой своей жизни. Либо ты имеешь сострадание ко всем живым существам, и ты проповедник. Это кодекс определяет твой. Вот в сердце загляни свое. Еще делают так, но это лет в 5, даже меньше, когда ребенок только ползать начинает, на ковре раскладывают различные предметы для него. Оружие, деньги, книги, инструменты рабочие. Пускает его на этот ковер, и он выбирает предмет какой-то, и так тоже определяет, вот кто будет у нас. Взял пистолет. Похоже, будет кшатрий. Бывает, что и пистолет, и книгу берет, и то, и другое. Ну, что-то будет такое вот. Так иногда такие обряды есть. Вот. Ну, нас с вами уже поздно пускать на такой ковер. Кстати, интересно, что бы ты выбрал? Если... Потому что тебе нужны деньги, я понимаю. Сейчас все деньги выберут. Сейчас я никто не дурак, правильно? Не маленькие дети. Можете только деньги разложить, больше ничего не нужно. Я понимаю вас, что вам нужно жить, поддерживать семьи, себя, нужно зарабатывать деньги, да. Но также, пожалуйста, развивайте свое сознание Кришны. Спасибо вам большое за лекцию. Хотела спросить по поводу вселенской формы Кришны, когда вот Арджуна увидел вселенскую форму, и произнесли такую фразу, что в этот момент он понял, что вообще, что делать здесь в материальном мире. Ну, Арджуна не ушел в духовный мир сразу, когда увидел. То есть исполнение дхармы... А кто сражаться-то будет? Сейчас, если все идут в духовный мир, кто будет сражаться здесь? Кришна заботится об этом мире, сюда посылает преданных, а они говорят, я сразу пошел Кришне сегодня, я тут не хочу. У них же миссия, он же их выделяет, миссия особая. А кто это сделает, кроме преданных, кроме Арджуны?
Ты бы ушла, что ли? Не уходи с поля битвы. Пока не выполнишь свои обязанности. Нельзя уходить раньше времени. Нужно уйти с чистым сердцем. В блаженстве нужно уйти. А не с сожалением или с проклятиями. В этом мире мы должны оставить красивый след. Это путь для следующих поколений. Для наших потомков также нужно указать этот путь. Красивый, привлекательный путь. Так что действуйте на пути героев. Потомки станут сильнее. Если родитесь герои, потомки станут еще сильнее и так далее. Мое предложение такое практическое. Мы все заняты, работаем, семьи, деньги, понятно. Но ведь, скажите честно, вот это половина. Что-то мы можем делать бескорыстно? Что-то? Можем? Все? Вот и делаете, и с этого начинаете, и все. Что сложно? Сколько можете? Чуть-чуть, еще. И вы видите чудеса. Если Кришна доволен, чудеса начинаются. Вчера сказали, что когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, то возникает полная ясность. И хотела уточнить, как правильно читать и обсуждать вместе книги Прабхупады, чтобы действительно возникала полная ясность. Правильно читать — это значит справа налево. Одну строчку, потом следующую ниже также. Вот. И книгу нужно держать не вверх ногами, а вот правильно. И так читать. Вот у нас вопрос, как же читать книги? Все просто, читайте и все. Это практика, ежедневная практика. И с течением лет вы увидите, что вы читаете, вы живете этим, вы проникаете, потому что практика, опыт, чтение — это очень как бы возвышенная практика на самом деле. Чтение книг — это смарана, третий уровень уже медитации. То есть, когда мы уже развиваем мышление, мы читаем тогда с погружением. Вот это нужно практиковать, читать такие книги, как Бхагавад-гита. Она включается тонкие мысли. Да? Чувствуете, что вы читаете, что-то не понимаете, верно? Как бы вот все правильно, а вот все-таки вот что-то непонятное еще. На объяснение, удивительная сторона. Вы как преданный поймете. Потому что отцу не больше мгновения. По измерению. Поэтому у нас не так уж мало. Даже много, я скажу, процентов отношений. И когда Прабхупада распространял это знание, эту науку, йогу, служение Богу чистое, он сказал, что мир изменится полностью, станет ведическим уже. Соответственно, 110 миллионов гуру. 10 миллионов человек гуру будет, духовных учителей. Сейчас примерно их несколько сотен. Нужно довести до 10 тысяч, потом до 100 тысяч, потом до 10 миллионов. И мир будет ведическим. Давайте. Действуй. Прабхупада сказал, что я хочу, чтобы каждый ученик стал гуру. Вот знания. Вот практика. Обучайте других, если вы что-то понимаете, вдохновляетесь, проникаетесь, передавайте другим, рассказывайте. Это все к лучшему. Год назад мы говорили, что духовный учитель, то у него будет стабильность социальная. Вот почему? Почему что? Когда он медитирует на духовного учителя, то у него стабильность социальная. Почему так? Совесть не позволит ему просто. Если он чувствует присутствие духовного учителя в своей жизни, ему совесть не позволит лениться или плохо следовать чему-то. Как? Свидетель в сердце появляется. То есть это сознание Кришны или сознание вайшнавов, ответственность перед вайшнавом, перед гуру. Все, душа в сердце наблюдает, допустим, за мной. Спать, сколько хочу.
Она же там видит, что я делаю. Я есть свидетель. Я не могу совершить какой-то грубый поступок, потому что есть свидетель в сердце. Это сознание Кришны. Или мне неприятности гуру как будто вот знает о том, что я делаю, если честно признаться, я тоже буду стесняться делать плохие вещи. Есть три как бы уровня сознания, есть уровень птицы, рыбы и черепахи. Вы слышали об этом? Уровень птицы, когда мы понимаем касаниями, как дети, и гладят по голове или бьют. Так они понимают, что хорошо, что плохо. Есть и люди взрослые такие, что пока их вот не накажут физически, не поймут, что это плохо. Это уровень касания. Выше уровень взгляда. Ребенок подрастает, и он, когда родители смотрят, не делает глупости. А когда отвернуться может, от взгляда зависит. Люди есть такие же, воры, допустим, они воруют, когда никто не видит. Вот. А когда видят, застукали, все, конец, они понимают, сознают это. Но мы развиваем другой уровень с вами, уровень черепахи. Черепаха откладывает яйца на берегу, уходит в океан и мысленно взращивает своих детей. Мысленно, сила мысли. Черепахи обладают этой способностью. То есть это для человека значит, что он помнит наставление гуру, и совесть ему не позволяет отклоняться. То есть мысль его контролирует, связь такая. Конечно, понимаете? Вот это мы развиваем сознание Кришны. Где Кришна, скажи? Где он? Где Кришна? В моем сердце, а в других сердцах есть тоже? Сердце собаки тоже есть? А солнце сейчас светит, есть там? Везде, везде. А воздухом дышим? Везде Кришна. При таком сознании, как я могу поступать неправильно, скажем, или плохо? Так, руководство, говорите. Сегодня... А, вчера было... У Шантиверини моя дочка родилась, Лакшмиджи. Вот, хотели вас благословить. Их. А где они? Шантиверини мой Прабу. Ну, вот, если возможно, я ваше благословение. Это для твоих. И тебе тоже. Поздравляем, конечно же. Преданная родилась в семье, преданная. Хотят для рождения. Дальше все спонтанно. Баларам Прабу продолжает спонтанно все. Тагур Харидас Прабу тоже готовится. Спасибо большое. Очень замечательная лекция. Очень много мыслей. Я вот хотел обратиться сейчас, я думаю, где-то с 7 утра, там джапа, потом короткая программа, лекция. Вот. Мы будем думать также над тем, чтобы был просад, чтобы преданные, которые из Арбута, чтобы могли там же позавтракать и поехать дальше. Вот. Вот мы хотим это заново начать, запустить, поэтому хотим вашу поддержку, чтобы городские преданные также чувствовали еще больше связь между друг другом именно на основе шарма кирты. Вот. Мы дополнительно еще мы будем делать объявление, рассылку. Поэтому, пожалуйста, приедите, приходите. Харе Кришна. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за это важно себя анализировать. Вот у нас есть такой прекрасный институт прикладиться там. Вас, вам помогут возвращаться здесь и сейчас и анализировать. Где мы, куда идем, где, на каком уровне и так далее. И сегодня на кухне такой нектар, я случайно зашла, и просто сердце, просто нектар. Представляете, какой заряженный будет сегодня просад. Арива! Рано радуйтесь, надо проверить еще. Нужно еще заслужить, нам нужно попить киртан. Сейчас, Гуру Махарадж, вы не могли бы еще купить с нами киртан? Эксплуатирует.
Я немножко такой Харидас поет. Он у нас главный. Где он? А, потом. Я чуть-чуть попою. Намаранта с вами идти на мине. Качарине, нирвишеша шуньявади, пащача дешакарине. Намасте, нирвишеша шуньявади, Нитянанда, Ядвайта Гада, Ядвайта Гада, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram 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 Ram